Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Думатроза. Сегодня будем продолжать играть в игру под названием Эрих Зан. Мы сегодня попытаемся ее пройти на легком режиме с первого дня, но если у нас не получится, думаю, мы ее хотя бы пройдем на изи. Ну что ж, поехали! Загрузочка у нас быстрая, как всегда, 100%. Ну и день первый. Фух, надо настроиться. И будем сейчас начинать. Не забывайте также поддерживать лайком и подписываться на канал. Так, мы залезаем по машине. Кстати, есть джойстик, бак. Вот такой вот. Что тут можно вот так вот чик-чик-чик-чик-чик ходить. Но это не важно. Мы сегодня будем проходить ее на изи. Хотя бы пытаться. Но все же, потому что этот Эрих такой хитренький у нас старичок. Что вам даже и не снилось. Так, сюда, сюда. Так, и я залез в тупик. Да, я, конечно, молодец. Но ладненько так. Ага, активируем двери, берем ломик. И заходим в академию. Калиточка у нас открывается. Мы залазим в люк. Так, тут можно интересно вот так вот. Ага, так. Ладно, это мы пропускаем все дело. Фуф. Ну и настраиваемся, чтобы пройти это все дело быстрячком. Чтобы у нас не возникло проблем. Тихо. Эриха нету близко, поэтому мы можем пойти. Ух-ух-ух-ух-ух. А ну-ка тихо, Эрих. Не заметил меня. Да. Ах ты. Так, он что-то там багует. Ну и ладно. Это нам пойдет только на руку. Так, я тут уже заблудился, походу. Тихо, я его там видел. Хопача, тихо. Спрей нам нужен. Так, Эрих там шумит. Ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух, тихо. Он сюда не поднимается, ребят. Утопал отсюда? Да, утопал. Фух. Ах ты. Спрея нету. Есть контакт. Ух ты, ух ты, ух ты. Спокойненько, дедуля. Так, все, убежали от него. Так, пока что я держусь нормально так. Тихо. Фу, хорошо держимся, ребят. Сам в шоке, потому что первый раз ее на изи прохожу. Мы это, наверное, быстренько сейчас... с вами пройдем. Ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух. Тихо-тихо-тихо. Ё-моё, Эрих, да не пугай ты меня так! Не пугай меня! Пень, ты такой старый. Положить. Положить. Так, и остались вентили. Остались прокрутить все. Опа, смотрите-ка. Смотрит такой весь. Бегает тут. Бегает. Тихо. Да давай. Ах ты. Вот же гад. Почти прошли с первого же дня.
Да, конечно, обидно, но ладно. Так уж и быть. Ух-ух-ух-ух-ух, идет, идет. Тихо. Смотрим. Ух ты, поднимается, поднимается. Проходит. Это наш шанс, ребят. Так, 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 так. Стоп, неужели он ключ затолкал по текстуре? Нет, вот он. Тихо, он сюда идет. Главное, чтобы он прошел мимо, потому что... Фуф, прошел. Если бы я тогда не затупил, мы бы прошли с первого дня, ребят. Ах, эта тупая дверь, как же она меня бесит. Но все же, ребят, мы с вами прошли эту игру. Можно уже прямо сейчас так считать. Так, открываем. И открываем ворота, ребят. Такая у нас сегодня была быстренькая серия по Эрих Зан. Мы ее прошли с первой попытки, ну, можно так сказать, если бы эти двери меня не прибыли, не прибили меня эти двери, но все же мы ее прошли на легко. Если вам понравилось это видео, то поставьте лайкосик, подпишитесь на канал. С вами был я, Дмитрозе, всем пока-пока!